древнющий велосипед UBM Diamond Black Bull Power USA Bulgarian Corporation Швин. Сделано Швин. Прикольно. Такой вот логотипчик стоит UBM. Колеса родные, передняя втулка, к сожалению, вся в трещинах была. Пришлось поменять на современную китайскую. Каретка тоже развалилась. Поставили современную китайскую на промах. Переключатель почти похож на оригинал. К сожалению, тоже развалился. Поставили вот такой вот no-name, но очень похож на оригинал. Кантиливерные тормоза. Такой очень-очень древний стальной или хромолевый велосипед. Мне кажется, вилочка чуть-чуть поведена внутрь. А так все работает, все переключается. Родные ручки пластиковые. Видите, на кантилевере очень сложно настраивать. Пришлось прям вот это все выкручивать, чтобы подвести очень аккуратно. Альхонка, кстати. Представляете, как давно эта фирма появилась, что вот так вот все это работает. В общем, тормоза не очень, но в принципе, все настроилось. И для дачного катания, для которого он предназначает, будет работать. Монетки вот такие, стоят вот так. Интересно, видимо, так клиенту удобно. Очень древний Shimano SIS, аж на 7 скоростей. И многопозиционный левый переключатель на переднюю звезду. Вот такой вот велосипедик. То есть резина с самого начала такая стояла желтенькая. И вот сколько лет ему, он до сих пор живой, представляете? То есть качество изготовления запчастей 20 лет назад было намного выше, чем сейчас.